Приветствую вас, уважаемые коллеги. Очень частая ситуация, когда у контрагента директор становится номиналом. Его приглашают себе в налоговую службу, объясняют, что он сядет надолго. То он просто говорит все, что делает налоговая служба. Отказывается, значит, от всех сделок, все, что он проводил. Вот, соответственно, у других контрагентов возникает начисление НДС и налога на прибыль. При этом налоговая служба почему-то не учитывает тот момент, что этот директор подписывал все договоры, акты сверки, участвовал в переговорах, переписке, значит, подписывал бухгалтерскую отчетность. Для налоговой службы достаточно только было показания, где он говорит, что я номинальный директор и я ничего не решал. По этому поводу есть свежая судебная практика, где налогоплательщик смог доказать, что этого маловато будет. То есть надо еще, кроме того, что признание самого директора, надо еще, чтобы это подтверждалось документами вокруг этого директора. Не верите? Переходите по ссылке.